Поберегись! Идет 10-килограммовый арбуз. Фуф! Теперь перейдем к самому интересному. Я собираюсь его съесть. Но же... Почему он не режется? Это невозможно. Мне нужно что-то посерьезнее. Теперь ты мой. Ай! Не может быть! Кожура, режься! Ну, пожалуйста! Ладно, ты хочешь поиграть в игры? Представлю, как он раскалывается пополам. Раскались! Ну же! Но все, хватит! Я подключаю тяжелую артиллерию. Эй, что ты делаешь? Арбуз режу, не видишь? Не верю, что все так сложно. Дай-ка это мне. Я разминаюсь, понятно? Да, это невозможно. Секундочку. Моя банка из-под Принглс. Но сначала мне нужно сделать ее пустой. И еще одна попытка. Сначала отрежем верхушку. Для этого подойдет и обычный нож. Теперь возьмем банку и воткнем ее в арбузную мякоть. Если банку поворачивать, это облегчит задачу. Вот так! Привет, сладкий арбузный брусочек! Теперь порежем на кусочки и готово! Идеально! Дамы, вперед! Спасибо! О, какой вкусный! Ну разве я не гений? Нужно поменять учебники. Боже мой! У моих бровей опять забастовка. Так, ребята, вас нужно срочно выщипать. У меня тут где-то был пинцет. Где-то. Только не говорите, что я забыла его дома. Похоже на то. Подождите, у меня тут где-то были монетки. Я сейчас сама сделаю пинцет. Работает. Волоски выдергиваются. Может, он и не идеален, но в трудную минуту пригодится. Прощайте лишние волоски. Уже намного лучше. Эти монетки меня просто спасли. Пора в класс. Такие классные рецепты. Привет, Бетти. У меня для тебя сюрприз. Ты вспомнила про мой день рождения? Посмотрим. О, боже! Ты моя самая лучшая подруга на свете. Этот цвет так мне идет. Я буду носить этот топ каждый день. Он как будто шит прямо на меня. Вот только эти лямки от лифчика здесь совсем не в тему. А подходящего бюстгальтера у меня нет. Хотя, если у вашего лифчика съемные лямки, соедините их вместе спереди. А потом проденьте через голову. Теперь лямок не видно. Какой же потрясающий топ! А как элегантно он смотрится без лямок от лифчика. Ого! Выглядишь потрясающе! Белла, все благодаря тебе. Ты лучшая! Боже, как же я устал. Лучше уберу куртку в шкаф. Только для нее места нет. Ну же! Похоже, придется оставить ее на диване. Кола! Прохладненькая. А, что-то мешается.
Вот так. Секундочку. Это как раз то, что мне нужно. Не хватает места в шкафу? Повесьте ушко от жестяной банки на вешалку. И у вас сразу освободится половина пространства. И ваши вещи не будут мяться. Я крутой! У меня есть два билета в кино. Но фильм начинается через 10 минут. Без проблем. Я тут подожду. Чтобы выбрать правильный наряд и сделать прическу, требуется немного больше времени, чем пара минут. Белла, ты готова? Я мог бы уже в кинотеатре сидеть. Прошла только одна минута. Может, мне тоже прическу поправить? Вау! Это настоящий бриллиант? Всегда было интересно примерить такой. Он так сверкает. Это Кевин или Кевина? Ой, ужас! Ну, на сегодня достаточно. Эй, что такое? Кольцо застряло! Спокойно, без паники! Это масло? Пойдет. Если у вас есть нитка, сбрызните ее маслом и отрежьте от катушки. Теперь при помощи зубочистки просуньте ее под кольцо. А другой конец закрутите вокруг пальца. Возьмитесь за кончик, который находится под кольцом, и начните раскручивать нить вверх. Кольцо поползет следом. Вуаля! Фу, чуть не попался. Ой, про полотенце забыл. Ну что, идем? О, девушки, ваш обед наконец принесли. Выглядит аппетитно. Приступим. Как вкусно. Ну и я, пожалуй, попробую. Какими пальцами нужно держать палочки? Ладно, пусть будет так. Ну же! Нет! Ненавижу эти глупые палочки! Не расстраивайся, Вики. Я тебя научу одной хитрости. Прижмите палочку к носу вот так, затем поверните ее и сломайте посередине. Теперь палочки стали короче, и их проще использовать. Смотри, они соединены друг с другом, так что я их не уроню. Так, суши, идите скорее к мамочке. Твое здоровье. Просмотр телевизора невозможен без чипсов, вам не кажется? Такая скучная программа, пора переключиться. Эй, где пульт? Ну и как он туда попал? Придется вставать с дивана. Ой, обожаю это шоу. Какой странный звук. Откуда он? София, ты только что села на мои чипсы. Черт, там оставалось еще пол пакета. А теперь это просто крошки. Вики, прости, я не знала, что они будут лежать на диване. Ого, похоже, Вики действительно обиделась. Интересно, есть способ вернуть бедняжке ее чипсы? Порежьте лук, зелень, помидоры и сыр. Затем положите их в пакет с чипсами и добавьте пару яиц. Плотно закройте пакет и хорошенько его потрясите, чтобы все смешалось. Затем положите его в небольшую кастрюлю с кипящей водой. Примерно через 10 минут достаньте пакет с щипцами, чтобы не обжечься. Когда он остудится, положите содержимое на разделочную доску. Порежьте застывшую массу на маленькие кубики и воткните в них зубочистки для удобства. О, кетчуп – отличная идея! Скоро вы сами будете крошить свои чипсы. Вики, попробуй нашу новую закуску. Она такая вкусная, что ты тут же улыбнешься. Давай же! Выглядит необычно. Мамочки, это так вкусно!
Неважно, о чем идет речь. О спальне, кухне или ванной. У каждой вещи должно быть свое место. Ну, у большинства вещей. А, и куда мне это положить? А? Черт, я наступил на почту. Ужас. Куда бы мне их положить? Ой, я почти забыл свои ключи. Где их оставил? Почему так происходит каждый раз? Кевин, осторожней! Мяч! Вау! Когда вещи разбросаны повсюду, чего еще тут можно ожидать? О, смотри, вон твои ключи. Ну, хоть что-то полезное от падения. Ладно, мне нужно найти место, где я буду их хранить. Похоже, у кого-то появилась гениальная идея. У вас есть старый теннисный мяч? Тогда превратите его в классный держатель для вещей. При помощи лезвия сделайте в мяче разрез не длиннее 3 сантиметров. И если разрез – это рот, приклейте сверху 2 глаза, чтобы получилось лицо. Затем вам потребуется клеевой пистолет и присоска. Нанесите клей на пластик, но не очень толстым слоем. До того, как клей подсохнет, приклейте присоску к мячу. И плотно прижмите, пока клей не засохнет. Какой милый! Хотите проверить его в действии? Тогда прикрепите к зеркалу в ванной, к двери или где угодно. Спасибо, что держишь мое полотенце, малыш. Ах, так намного лучше. Теперь вы никогда не потеряете свои ключи. А как насчет почты? Теперь она не будет пылиться на полу. Какой молодец!